кричишь? Мия, мяуинг. Мия, стоп, мяуинг. Мия, стоп, мяуинг. Мия, стоп, мяуинг. Сэмми, Сэмми, Сэмми. Йо, you are right. Сейчас мы ему делаем премедикацию, он у нас здесь расслабляется, вы находитесь рядом с ним в это время. Потом мы вас отпускаем, он расслабляется, мы его забираем, где-то 15, ну максимум 20 минут, то есть в зависимости от того, как он восприимчив к наркозу или нет, может придется немножко добавлять. Делаем всю манипуляцию, обрабатываем, укладываем. Дома он лежит на полу, ни на какие поверхности его не кладете, диваны или что-то подобное. На полу, рядом с ним водичка. Сегодня желательно, если кормить, то чем-то легким и вечером. Потому что у него может быть тошнота. А легким? Какой-нибудь жиденький корм. Ну, например, полпакетика. Полпакетика. Много не надо, иначе его стошнит, потому что останется наркоз. А там глаза идут, капают. Нет, мы все сделаем, будем там закрывать. Он где, я думаю. Обычно через часик они уже начинают так вот немножко сами закрывать глазки, пошатываться. Некоторые, конечно, спят, тут все зависит индивидуально. А так ничего обрабатывать вам не надо. Единственное, что вам нужно будет посмотреть, лезет ли он туда все это дело вылизывать. Мы наносим специальный. Можете обратно на столик. Во время премедикации, когда вот сейчас мы иммунизацию делаем, котика может стошнить. Здесь 50 на 50, как его организм прореагирует. Сэмми, 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 Big Bow deleted, Big Bow deleted. Big Bow deleted. Автор спает не утрет. Мия, Мия спает не утрет. Сэмми. Спает не утрет. Сэмми. Сэмми. You not have a big bow. I'm so sorry. Big bow deleted. Чик, чик, чик. I'm so sorry, Сэмми. I'm so sorry. You big bow deleted. Кьют, кьют. Anesthesia. Kittens, cats sleeping under anesthesia. After spite не утрет in vet clinic. Сэмми, 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 big bow deleted, deleted big bow. Чик, 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 чик. Dear friend, thank you so much for support.